Дома есть кроме? За что были доставлены сегодня в отдел полиции? За угон. А с какой целью? Так, покататься. Какой автомобиль? Да я не помню. Я что, его разглядывал, что ли? Как вы угнали? Расскажите. Молча. Зашел в гараж, открыл дверь, смотрю, ключи стоят. Заднюю включил, вышел вместе с воротами. Угу. Поехал. Там ее, не до... кончая бажира на северной улице, перевернул ее на крышу. В гараже была палка подперта, воротина. Я ее пнул, воротина открылась, смотрю, там тоже машина стоит. Опять открываю машину, смотрю, опять ключи зажигания. Опять ее завел, поехал в другую. То есть уже другой автомобиль угнали? Да. Поехал я по полю. Угу. Там сосна была на дороге, сухая упала. Там меня уже ДПС приняли. А водительское удостоверение у вас имеется? Да нету у меня. Право управления не имеется? Нету. А спиртные напитки употребляли? Конечно. Каким транспортным средством управляли? Мопедом. Где ваш мотошлем во время движения? Почему он у вас отсутствует? А? Потерял. Потерял? Почему не остановились по требованию сотрудников? Я же остановился. Где? В поле? Да. Алкоголь употребляли? Да. Залари в другой стороне находится. Вы в сторону Иркутска ехали? Да. А ну?